Председатель правительства Якутии Галина Данчикова посетила в поселке Чульман многоквартирный дом, который уже несколько лет не могут сдать в эксплуатацию. Глава Кабмина посетила поселок, где провела личный прием граждан, побывала в больничном комплексе, где встретилась с работниками здравоохранения и подняла вопрос об улучшении качества предоставляемых населению медицинских услуг. Также Данчикова посетила 48-квартирный дом, который уже на протяжении многих лет не могут ввести в эксплуатацию. Дом на самом деле строился достаточно долго, были проблемы, причины объективные, были причины субъективные, но в этом году мы его завершим и он будет введен.